красавцы. Сегодня быть студентом – это модно и здорово, а для этого надо сделать правильный выбор – выбор своей профессии. Ситуация на рынке труда в Вологодской области в целом и Великоустюгского района в частности, то к наиболее востребованным профессиям можно отнести технические специальности, рабочие профессии в промышленности и строительные специальности. Вторая часть нашего фильма. Денис, Тимур, Марго и Оксана – учащиеся старших классов. Твердой походкой они шагают в свое, как им кажется, светлое будущее, где за выпускным экзамены в вышку и затем тепленькое место. Но сегодня они откроют для себя суровую правду жизни. Акулы финансов плавают и набивают кошельки совсем в другом месте. Здравствуйте, я Дима. Профессиональный сантехник. Ну и сейчас мы с вами пойдем на квартиру, и я покажу, как я зарабатываю деньги. Согласны? Погнали. Спортивная сумка, джинсы. Маркетинговая фишка Димы. Для клиента он свой парень, который не заломит цену за спецодежду и навороченный инструмент, однако накинет за то, что трезв, выбрит и учтив. А вы знаете первое правило сантехника? Я знаю. Какое? Ухмелиться. Нет, ты не угадал, точно не угадал. Первое правило сантехника – приходит в квартиру, мы все просто одеваем бахилы. Вот она, золотое дно сантехника.
Раньше сантехнику ремонтировали абы как, говорит Дима. Как правило, на голубом глазу, да за бутылку. И после тех спецов из ЖЭКа сейчас едва ли не в каждой квартире. Вот такой клинический случай. Вот сразу видим, кран течет. На замену крана 2000, 2500. Ну, система слива плохая, плюс туалет он треснул. Цена вопрос 2000 рублей. Прибыль сама плывет в умелые руки, до 170 тысяч рублей в месяц. Эти деньги, конечно, пахнут, но кто обещал, что будет легко? Все еще грезите о сыне юристе и дочери экономисте, но в топе престижных профессий, уверяют специалисты рынка труда, действительно пролетарии чинят революцию. Их мало, и потому они в такой цене. На офисные профессии до 14 резюме на одну вакансию. По категории рабочий персонал 0,5 резюме на одну вакансию. То есть на одного рабочего приходится две вакансии. Родителям будущих выпускников еще не поздно задуматься, а стоит ли ломиться в университет, чтобы потом скитаться с дипломом по бирже труда, говорит Наталья, которая дни простоя за всю карьеру маляром может по пальцам сосчитать. За все 26 лет фактически у нас всегда есть работа, и самое большое продолжительность времени, когда мы не работали, это было 3 дня. Работая в чужих квартирах, она сделала евроремонт и в собственной когда-то обездоленной судьбе приезжей простушки из многодетной семьи. Теперь, да, у меня есть квартира, машина, дача, все есть. Теперь можно сказать, что я москвичка. Едва не увязнув в шпаклевке, по локоть погрузившись в канализацию, будущие выпускники за день заработали больше любого менеджера среднего звена. А раз так, до выпускного еще есть время хорошенько подумать. Все эти профессии получают здесь.